представників засобів масової інформації. Я хочу привітати українських, а я знаю і бачу також, що є іноземні журналісти. Я хочу привітати також представників іноземних посольств, дипломатів, які присутні на цьому залі, і депутатів, а також відомих українських діячів. Пан Ланового я зараз бачу, там Мішель Терещенко Селени, мер Глухова і багато інших дуже гідних представників української суспільства українського. Я сьогодні почну цікаві новини. Я хочу сказати, що я все время интересовался, откуда вообще возникла эта провокация, это лжедело, связанное с деньгами Януковича и с деньгами Урчик. И вчера Аль-Джазира ответила на это. Вчера опубликовали позорнейший документ украинской истории недавно. Откуда, оказывается, вот эти прокуроры милые, с милыми личиками, представители преступной системы, вот это Степан Говорыча. Оказывается, вел дело по, вот он, вел дело по раскраданию 1 500 000 000 гривен по заданию Луценко, где денег, доллара, по заданию Луценко, денег Януковича, в том числе Курченко, всех остальных. В этом деле у них есть приговор, который они засекретили по приказу Луценко, и в этом приговоре написано, что деньги Януковича выводил личный банкир Пасинюк, банкир Порошенко, и личный глава Нацбанка Контер. То есть эти милые прокуроры с милыми лицами, участники самого масштабного преступления в истории недавней Украины, они вывели. Я обвиняю их в том, что они преступники. Я обвиняю Луценко в том, что он преступник. Я обвиняю их в исполнении этого преступления. Вот этот Говорощак лично вел дело вывода денег Януковича, и он лично участвовал в засекретении приговора, который вчера Украина мир узнала от Аль-Джазиры, Катарского канала. Вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что личные финансисты Порошенко, дайте документ, личные финансисты Порошенко вывели за пределами Украины 1 500 000 000 денег, принадлежащих Украине, через ICU. Это компания, где работал Волк. Это Волк, который повысил цели на электроэнергию для Ахметова перед... Вот их засекреченное решение. Вот то, что они скрывали. Вот эти преступники скрывали это решение от народа Украины. А откуда они знают вообще про дела Курченко? Откуда вообще они это дело идут? Откуда Хоса? Вы знаете, что мою квартиру? Я все время хочу понять. Обыскивают по решению Краматорского суда. Где я, где Краматорск? Эти преступники, пряча в конце воду, сделали это через Краматорский суд, и они создали фейковое дело мое, но они прикрыли Контерев. Они прикрыли Пасинюка, который живет на 5-м этаже банковой администрации президента, на 4-м, через который проходят все офшоры Порошенко, который обслуживает Рошен, является главным финансистом президента Рошен, и который вывел и украл деньги Януковича от народа Украины. Это юридически подтвержденный факт, который они все это время держали в секрете. Я хочу спросить у Центра, где дело на Гонтареву? Где дело на Пасинюка? Где дело на самого себя, потому что вы в этом участвовали? Где дело на этих прокурорщиков, которые участвовали в этом? Вы понимаете, о каком злодействе идет речь? Вы понимаете, о каком масштабе грабежа Украины идет речь? Вы понимаете, откуда растет все это, вся эта история? Какие-то вопросы сейчас еще остаются у кого-нибудь? Что мы имеем дело не просто с организованной преступной группировкой, но которые такого масштаба никогда не существовало в Украине. Я обвиняю их в воровстве. Я обвиняю их в скрытии от украинского народа
правды Азинга Януковича. Я обвиняю соучастие Януковичу и злочинной группировки, которая грабила Украину. Они грабили при Януковиче вместе, и они продолжили грабить при себе. Вот документ. Решение Краматорского суда, засекреченное, по которому Гонтарева и Пасенюк, личные финансисты, ближайшие друзья президента и Луценко, выводили деньги при содействии Луценко из Украины, а потом, когда суд это все установил, они сделали засекреченным, потому что нельзя было. И более того, они сделали решение так, как мы не пустим, и завтра нам придется возвращать эти деньги от пенсионеров, от каждого из вас, от налогоплательщиков, и они опять будут доли. Потому что когда будет Янукович или кто за ним стоит собирать обратно эти деньги, обратно они потребуют с него процент, если они еще будут у власти. Так кто кого здесь должен судить? Кто должен стоять, сидеть за этими... За этим стеклом, я хочу спросить. Их начальники, в первую очередь, и они как исполнители. И у меня в этом нет никакого сомнения. Я вам обещаю, что вы будете сидеть тут. Я вам это обещаю. Потому что если есть справедливость в этом мире, если есть правда в этом мире, если есть хоть что-то, что может быть, вот. Вот чем мы имеем дело. Чистым преступлением. Вот почему они повысили тарифы на 16%. ICU это компания Вовка. Вовка это менеджер Рошена и ICU. Гонтарева и Пасенюк это ICU и личные банкиры Порошенко, которые занимаются офшорами Порошенко. А я противник Порошенко, которого нужно было убирать, чтобы я об этом не говорил. И они сегодня хотят открыть по меня под домашний арест, чтобы опять Сергей не смог об этом говорить в Украине. Не дождетесь. Буду говорить, еще как буду говорить. Буду рассказывать еще, как буду рассказывать. В Украине всему миру я добьюсь, чтобы мир проснулся и вел персональные санкции против генпрокурора, против исполнителей. Все они будут, как список Магнитского. А он, конечно, не знает, что такое список Магнитского. Их в Академии Мудрого Ярослава не учат. Но вас научит жизнь, когда вы очередную взятку возьмете и не сможете выехать никуда, кроме Египта. Ни в одну европейскую страну, ни в Америку, ни в даже Турцию. Я добьюсь, чтобы ввели персональные санкции международные против злодейских прокуроров, которые ограбили Украину, которые участвовали в международных финансовых махинациях, и каждого исполнителя этого дела, каждого преступника, который в этом участвовал, чтобы никто не сомневался. Сейчас дошел до висопорядка, которым 10 лет хотят приклеить, за историю сентября. 10 лет. А Гонтарева на заслуженном отдыхе. На тропиках. Да из-под земли вытащим. Такие показания будут давать на своих шефах, что не успеют записать ваши коллеги. Есть какие-нибудь вопросы? Почему прокуроры без формы? Почему они украинской формы не носят? Почему прокуроры, прокуратура у нас такая бесформенная, об этом надо говорить. Им надо носить тюремную форму, а не форму прокурора. Ну вот. И они это засекретили. Засекретили. Скажите, пожалуйста, если им нечего скрывать, что секретить? Когда ко мне зашли? По Краматорскому делу. Я думал, какое Краматорское дело? При чем тут Краматорск? Правда, я был один раз в Краматорск, когда в АТО ездили, два раза. Но... При чем тут я Краматорск? При чем тут я? Оказывается, они все в деле, все. Оказывается, знают, про что говорят. И не каких-то там несколько десятков, сотен тысяч. $1.5 миллиарда украденных денег у государства Украины, украинского народа. С участием каждого из них. Вот в чем вопрос. Пане Михайлович, суд вывозили над вами. Решение такое, что они специально в договоре с украинской властью сделали приговор по помилованию. Никто в современном мире президента ни одной страны за это не судил. Это фейковый приговор, который даже теперешний президент Грузии назвал политическим. Все правозащитники назвали политическим. И естественно он сразу развалится в Страсбурге при первом же. Но я не знаю, что он развалится. Они это делают в соответствии с их сговора с украинскими властями, чтобы избавиться от меня в Украине. Они знают, что в Украине
Я для них как бы бомба не очень замедленного действия, поэтому они меня хотят сплавить в Грузию, чтобы далеко было ехать до Киева. Вот и вся история. Это история сговора двух олигархов при содействии Владимира Путина, который постоянно про меня говорит на пресс-конференции вместе со своими официалистами. Я не советую вам смотреть российские каналы, но мне говорят, что на этих каналах очень возмущаются их пропагандисты, почему меня до сих пор вот эти не посадили. Ах, вот и вся история. Что? Один день назначили. Печерский суд, этот суд и грузинский суд. Если кто-то поверит, что три суда назначают в один день, им это было в один час. Одновременно суд здесь и в Тбилиси начался в одно и то же время. Это все чистый сговор олигархов. Если они договорились, и Порошенко туда ездил, и они разговаривали, и он разговаривал с Путиным про меня 29 декабря, Порошенко, в телефонном разговоре. Если они договаривались, мы должны объединить свои силы. Я благодарен тут представителю 4 или 5 парламентских фракций. Я очень благодарен. Независимо от партийной принадлежности, мы должны стоять вместе. И мы обязательно победим. Спасибо. У нас есть тут депутаты Чумак, Новак, Луценко, Шкрум, Ивченко, Опанасенко, Семенченко, Деревянко. Але есть 8 народных депутатов, как и подписались. А на жаль, последний раз суд сказал, что без них не можно будет реально слухать эту справу. Тому я спешу, чтобы это время дело было закончено. Но оно должно быть закончено только присутствием этих народных депутатов, к сожалению. Потому такое решение суда. У суда есть все их бумаги. У суда есть, они все подтверждают, что они поддерживают меня. Просто они должны быть физически здесь присутствовать. А в эти дни их просто нет в Украине. К сожалению. Мы это дело в любом случае выиграем. И мы это дело в любом случае выиграем не просто тем, что я оправдаю. Мы выиграем для того, чтобы они потерпели поражение и их довести до суда. Я рассматриваю свое судебное дело не просто как свое дело. Я считаю, что после опубликованных вчера документов по выводу 1,5 миллиарда денег Януковича и Курченко и других российских, других украинских олигархов, которые были связаны с этими деньгами, там еще несколько олигархов называется, после приведения этого дела и после того, как оказалось, что госпожа Гонтарева, личная правая рука президента Порошенко и господин Макар, который вообще тень Порошенко, это кошелек Порошенко, он через него проходит все финансовые транзакции Порошенко. Меня никто не может убедить, что Порошенко сам в этом не участвовал. Поймите, я бывал в президентской администрации, Макар Пасенюк там просто живет. Но не мог Барат Пасенюк не быть частью этого процесса. То есть не мог Порошенко не быть в курсе и не давать прямое распоряжение. То есть деньги Януковича, 1,5 миллиарда долларов, я обвиняю президента Порошенко, что он лично по всей вероятности санкционировал выведение денег 1,5 миллиарда долларов Януковича за границу и за, видимо, не за красивые глаза. ICU компания, компания Гонтарева, где есть финансовая заинтересованность Порошенко, получила за это процент. Кроме того, есть неофициальные откаты процесса, которые должно установить следствие. Поэтому мы имеем дело с крупномасштабной аферой. И почему я должен об этом говорить? Потому что они увязали мое дело с этим. Они начали мое дело с постановления суда Краматорска. Они говорили о злочинном угруповании в Краматорске. Они говорили о злочинном угруповании Януковича согласно этому приговору, который они сами засекретили. Почему они засекретили приговор? По простой причине. Потому что этот приговор реально показывает только одно. Что в деле участвовали Гонтарева и Пасенюк, то есть правая и левая рука Порошенко. И как только они увидели эти фамилии, они моментально засекретили приговор. Что это? Засекречение этого приговора есть не что иное, как прямое прикрытие преступления. Прямое прикрытие преступления, извините. Они засекретят приговор, и согласно этому приговору, потом по секретному приговору расправляются с политическим оппонентом. А потом ОПГ
Потом этот приговор выплывает от арабского канала. Народ Украины должен узнать это от катарского канала, а не от собственных прокуроров, от собственных судов. Выплывает от катарского канала, и мы увидели, что нас только что ограбили. А потом Гонтарева говорит вчера нагло: мы, в принципе, посмотрели, ничего подозрительного не было. Ничего подозрительного не было в выведении 1,5 миллиарда долларов денег из Украины. Они всех нас держат за дураков и за лохов. Ничего подозрительного не было в такой масштабной транзакции, связанной с Януковичем. И Гонтарева об этом не сказала Порошенко. Пасинюк, а каким Макаром? Тут оказался почти Пасинюк, кстати, его Макар зовут. Каким Макаром оказался-то Пасинюк, я хочу сказать. Не только Гонтарев, Пасинюк там оказался. То есть Гонтарева, сообщив Порошенко, что есть, можно хорошо нагреть руки, послал Пасинюка этим заниматься. Я хочу сказать, тут есть телеканалы, которые пытаются купить Пасинюка от имени Порошенко. Тут есть 112 канал, который он пытался купить. Тут есть News One, который Пасинюк пытался тоже купить. Это реально главный представитель президента во всех теневых операциях. Каким макаром он оказался в Краматорском деле? Каким образом он оказался в 1,5 миллиардной транзакции? Неужели непонятно, что нас просто не то что издеваются, нас реально считают, что мы стерпим хоть что? Народ, сколько можно молчать? Мы это не дело Саакашвили тут. Спасибо, я благодарен судьбе, что я увидел, как работают суды. Я благодарен судьбе, что я увидел, кто мой друг и кто мой недоброжелатель. Я благодарен судьбе, что я увидел, как унижают наших граждан, потому что не потому, что их унижают, просто я стал одним из них. Я увидел, как все плохо. Я увидел, как все надо менять в этой системе, как она прогнила. Но также я оказался случайно для себя зелье, которое очень плохо пахнет. И пахнет не так званными деньгами Курченко. Сколько они сказали? 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч? 1,5 миллиарда. Полтора, как они говорят, ярда. Через карманы президента. Потому что Пасинюк и я буду, мое твердое решение, не просто внутри Украины добиваться правды, использовать все свои контакты за картоном, потому что эти вещи нельзя оставлять без наказания. Если они окажутся без наказания, мы все окажемся в глубокой яме просто. То, что, еще раз говорю, и спасибо огромное всем, кто пришел, спасибо масс-медиа, что не утратили интерес. На этот раз, в прошлый раз отложили из-за инициативы прокурора, на этот раз, потому что без депутатов нельзя рассматривать, как, потому что это будет использовано как повод для домашнего ареста, мы не хотели давать им такого повода. Мы не хотели давать повода закрывать меня под домашний арест, потому что нет в зале народных депутатов, которые просто реально, ну, у них у всех свои планы. Хотя и многие из них позвонили, поддержали и хотят выступить. Лидеры разных партий и так далее. Поэтому я просто им всем очень благодарен. Просто, но в следующие дни я сам займусь, я сам открою свою частную прокуратуру. Я сюда сам лидер. Я его назначаю главным прокурором по этому делу. И мы должны... Мы выбираем, мы никого не назначаем, мы выбираем. Мы выбираем его прокурором. У нас есть очень интересные, мы хотим, я бы хотел обратиться к очень известному юристу Сирому, который тоже хочу, чтобы в общественной этой группе другие украинские юристы. Давайте вместе расследовать. Они сами себя никогда, кто сам себя посадит? Они сами себя расследовать не будут. Вот этот говорящак, этот типаж, он вел это дело, вы понимаете, о чем это? Он у них мастер на все руки. Его отец был тоже прокурором, потом по налоговым каким-то делам, потомственный прокурор, и ему доверили дело засекречивания и покрытия следов Пасинюка и
Гонтарева. Он вел это дело, ему же поручили мое дело. Вот тут они и спалились. Они хотели еще ОПГ, то есть свое, кроме того, что прикрывает свой грязный след, хочет грязью облить других. Поэтому я хотел попросить и Серова, и Саквареллидзе, и других юристов просто взяться за это дело, собрать материалы на организованную преступную группировку через дело денег Януковича, через дело Курченко. Я совершенно уверен, что вот на фоне всего этого и всех провокаций, фейков, которые против нас использовали, просто абсолютно возмутительно, что Тангадзе еще находится в тюрьме, потому что совершенно понятно, что дело полностью сфабриковано, с конкретной целью. И для меня вопрос поиска правды в украинском международном масштабе сейчас главный вопрос. Я не смирюсь с тем, чтобы они, как обычно, нас развели. А потом они эти 1,5 миллиарда заведут на выборы и еще раз купят эти выборы. Поэтому пока дело дойдет до выборов, еще раз говорю, транзакция какая была. Они взяли 1,5 миллиарда, там некий там подставной тип, некий Кашкин, подписал, что это деньги Януковича, один человек подписал. То есть дело пустое, там нет ни одного приговора, ни по одному фигуранту. Если кого-то это являешь преступником, то кого-то, то ни одного приговора. Просто Кашкин пишет, да, это я контролирую, его отпускают и деньги забирают. То есть, что они сделали? Они эти деньги забрали через Пасинюка, через Гонтарева, потом деньги были отчасти отданы Косюку, бизнес-партнеру Порошенко, латифундисту. Потом эти деньги попали в карманы других партнеров и бизнес-партнеров, ICU, это компания как раз Порошенко и Гонтарев. Но потом, когда этой власти, то есть через несколько месяцев, и может, надеюсь, когда этой власти может и не быть, эти деньги придется возвращать. Но опять-таки, они взяли деньги со взятия денег, и они обязательно возьмут отказ возвращения денег. Потому что там настолько пустой состав, что мы проиграем любой международный арбитраж. Там нет дела. Они это засекретили, но вчера лопнул этот мыльный пузырь. Мы проиграем арбитраж. Народу Украины придется вернуть 1,5 миллиарда долларов из своих карманов, потому что эти уже будут потрачены. Но из бюджета денег, которые мы будем возвращать, они возьмут откат, как обычно. Я же их хорошо знаю. То есть они, ОПГ, украла деньги при взятии денег и украдет деньги при возвращении. И все за наш счет. Деньги украдены-то у нас, у народа Украины, предыдущей властью. Украденные деньги они взяли себе, а возвращать придется нам также украденные деньги из своих карманов. То есть народ Украины заплатит 3 миллиарда, которые поделят между собой Янукович и Порошенко. Вы понимаете математику, о чем идет речь? 3 миллиарда будут разделены между старым и новым президентом, условно новым. Он такой же новый, как я, король Иордании. Поэтому вот такая ситуация. И вот в этой ситуации, если общество не поднимет голос, если юристы не будут это расследовать, если мы не положим исчерпывающие материалы, они обнаглеют до беспредела, и тогда нам всем не сдобровать. Всем как обществу, потому что я за себя не боюсь. Так что давайте вместе в этом направлении двигаться, давайте вместе работать, давайте вместе сражаться. И я уверен, что если мы эти материалы хорошо положим на стол, то у нас будет кейс и в международном суде, и внутриукраинских судах в будущем. Я хочу сказать, что этот суд, он не знает, что делать, потому что, с одной стороны, меня под домашний арест сажать вроде нельзя, потому что нельзя менять решение первой инстанции. Но с другой стороны, их всех должны переназначить через пару недель. Их нет. Их отменили. Это суд фантом. Суда уже формально нет в Украине. Могли засудить, сказать, что нет депутата, что делать. Поэтому мы не дали повод. Но с другой стороны, мы понимаем, что здесь происходит.
А в это время Ларису Цольник, судью, которая сказала, что все дело против меня подстроено, против нее ведут дела, ее не будут назначать. Ее пример уже существует. Поэтому справедливости тут не будет. И справедливости в этом зале не будет. Но справедливость будет в обществе, если через вас, через эти микрофоны, через общественное мнение, через общественную комиссию, через депутатов, которые сюда пришли, есть еще честные депутаты, через мэров наших, которые сюда пришли, через Владимира Ладового, через всех людей, которые порядочные в Украине сохранили все эти годы порядочность. Есть какие-нибудь вопросы? Дякую всем и до побачення. И широ дякую, что підтримали, пришли туда. Можно Киев?